еще один день, еще одно с добрым утром, еще всем здравствуйте. Ты тоже тут? Да. Вот. Водителя не будем отвлекать от дороги. Он руля крутит. Короче, кто куда, а мы на море. Да, едем. Ой, двоечка, ребят, смотри, как моя. Степи урожай собрали, пахота одна, поля скошенные. Вот там где-то на горизонте, правда, еще вот арбузы есть, не знаю, удастся мне их поймать. Эх, все дрожит, переливается. Ну короче, вот там в траве арбузы мелькают, но это далеко, почти на горизонте. Вот этими арбузами торгуют. Короче, вот так мы едем. Да, вот он одинокий саксаул, как там это, анчар растет. Да. Короче, куда-то меня вывозят, далеко-далеко. Ехали-ехали по дороге, выехали на какую-то гравийку, или как ее назвать, бездорожье. Да, что-то накатанное, широкий тракт такой накатанный, на горизонте море. Забор. И мы туда едем. Посмотрим, куда нас это выведет. Стараемся каждый раз попасть на новое место. Я бы зарылся. Короче, ехали, ребят, все. Вот, вот лобовое стекло и вот море. Дальше все, караул, выходим. Выходим. Что мы сейчас будем? Выходим, так, опускаем ноги. Чем обычно. Ну, там какой-то вот курортный коттедж, поселочек. О, мы хорошо приехали. Русалки есть. Есть русалки, ребят. Все правильно. Русалки есть. Ну, вот я не знаю. Короче, мы приехали. Вот там какие-то супер лесопедисты. Вот, видите, супер лесопедисты есть. И вот тут, в общем, туда километр до людей. И туда километр до людей. А тут буквально 50 метров море. Пошли. Новое место. Деньги, быстрей. Золотой берег. Подожди, подожди. А, нет, запись идет. Да, да, да. Золотой берег. Мы тут остаемся. Все, классно. Все, ништяк. Все, копаю его на месте. Это, видать, кто-то закопал, что он сюда вернется. Глядите. Медуза. Настоящая. Медуза, медуза. Виталька, мы тоже медуз черноморских нашли. Огромные. На. На, держи. Мертвая? Да. Она вверх ногами уже. Вот так, переворачивай. Главное, вот эти щупальца. Ну, если быть точными, то мы вот в прошлый раз купались на ролике вот туда километров 10, наверное. Там был другой пляж. Мы каждый раз пытаемся на новое место прибраться. Вот добрались. Вот. Мои русалки, видите, тут уже животных ловят. Все. Зверюга уплыла. Ну, короче, мы где-то вот тут-то вот в степи. Всем привет, здрасте. Короче, мы вот сейчас туда, на море. Этот экран в камере засвечивается ярким солнцем. Я просто вот беру примерно направление. Но что-то на горизонте дымится.
Ну вот он, ихтиандр доплыл до берега. Пытается выбраться, устал, сил не хватает у него. Весело ему. Русалки мои уже наплавались. Перекус у них легкий жор. Да. Вот где-то уже военторг надыбали караву. А, девчонки у меня молодцы, нигде не пропадут. Пусто! Горизонт! Они военторг нашли. Эти по-армейски с алюминиевых кружек до краев. Дайте мне бутербродик. Или тебе кашу говяжу. О, потом. В общем, правила могу сказать, Юля. После соленой воды даже бутерброд из молодого доктора хорошо заходит. Ну там написано докторская. Ну, вот по соседству у нас свежие русалки подплыли. Чи подъехали, чи подвезли их, уже веселее будет плавать. Какая-то кряква морская он, ребят, нашел. Далеко от нас, видите, камера дрожит. Но это явно не гидроворона, это что-то другое. Нет. Все, больше камера не приближает. Нырок какой-то. Ну, кто-то, да, плавает. Прикольно, животное. Ну вот пока девчонки там ракушек собирают, мы их индивидуальный пакет разворошили. Да, что у нас тут входит в рацион? Галеты, армейские, консервы всякие, фруктовые концентраты, разогреватель портативный в комплекте, спички водо-ветроустойчивые и ножик пластмассовый в конце, безаварийный, да? И еще чего-то тут-то вот. Короче, много чего. Да, ну это много читать. Тут еще чего-то есть. Срок годности до сентября 2019 года. До сентября 2019. Сейчас как раз сентябрь. Придется это сегодня все съесть. Вот так. Что у нас тут есть? Гуляш с картофелем. Так. Говядина тушеная. Рис с курицей. Классно. Что еще тут есть? Кот, телефон. Паштет нежный. Сыр плавленый. Ну, бутерброд с сыром я уже попробовал. Так, соки, гупы, юпи-гупи, да? Концентрат. Один, три второй, штуки, три. Каждому. Да, 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 да. Салфетки дезинфицирующие. Повидло есть яблочное, как у космонавта в пакете. Сахар, сахар, сладкая жизнь не запретить. Перец, соль. Соль, перец.
Это что у нас? Фарш, колбасные любители. А какую икру у нас унесло? Кабачковую. И вот банка кабачковой икры. И у нас тут смерч над нами как прошел. Видите, вот все одеяло в песке. Такой ураган, как дунул. Все у нас поулетало. Даже яма осталась. Сливки есть. Ну, естественно, уголь активированный. Или что это такое? Ну, какая-то бактериологическая таблетка. Активированный уголь. Так, есть кофе. Чай черный листовый. Что, тоже это? Листовой, быстро растворимый, что ли? Угу. Ну, прикольно. Ну и всякие, вот это хлеб, видимо, да, галеты армейские. Салфетки. Ну, а там что еще? А это всякие. Это разогревать. Салфетки. О, да, вот галеты. Еще что туда? Шпик соленый, вот, пожалуйста, кусочек, шматочек сала. Колбаса. Спички водоветроустойчивые. Это ночью можно поджигать русалок от пули. Это витамин Б. И витамин Б. Вот если вот тут витаминов не хватило, вы этим закусываете, и класс. Ну, а это все, наверное, знают, да? Для любителей. Короче, спирт сухой. Печка походная. Я не знаю, если его водой запивать, он будет штырить или нет? Ребят, я просто уже давно-давно не пил, несколько десятилетий. Нет, шоколад не съели, шоколад вот я доедаю. Я не мог этого упустить момента, вот шоколад армейский, слегка плавленый. Это все, что осталось. Сухарики, это уже гражданские, из пятерочки. Да, шоколад армейский, вот так. Ну, он немножко потаял, подавился у нас. Да, нет, он такой и есть. Да, такой есть. Ну, короче, пойдет. Особенно, когда соленые сухарики с перцем и вкусом там чего-то говядины, и шоколадкой закусываешь. Вкус молодого тюленя у вас во рту получается. Короче, всем приятного аппетита. Да, шоколадка туда же. Ой, хорошо же как. Всем приятного аппетита. Смотри. А! 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 А!